короче, подписался еще на одну доставочку. Там центр на парашютном. Ну это так чисто же по лайту. В принципе, я накатался. Поэтому поеду назад по лайту. Надо еще отсюда выбраться. Каким-то макаром. Блин, скользко, конечно. Ой, что творится? Страшно, страшно. Надо за велик ухватиться. Авось меньше шансов упасть. Какая-то опора. Так, куда-то надо вылезти на дорогу. Что могу сказать? 40 км проехал, ну как бы такое. Такое. Что-то я не подготовился. Так. У меня еще штанина левая порвалась. Я думаю, я за педаль зацепил когда. Она и надорвалась. А сейчас я, когда шел, цепанул педалью. И типа она у меня еще больше порвалась. Дувает. Ну как бы, типа не совсем дует, конечно, но так. Там два слоя. Внешний порвался, внутренний нет. Как бы так чувствуется, когда дует, что дует. Еще у меня перчатки промокли от пота. И, короче, вот сейчас одел, холодно. Может поеду. Хотя не, прям тепло. Еще ветер такой. Так что дальше по лайту относительно. Сейчас тем более ветер будет, в лицо почти. До города. Ну, не в лицо боковой. Баф надо натянуть. Да блин, фигово, конечно. Мокрый перч. Ну, может сейчас руки согреются хорошенько. То не так много. О. Самое печально мокрое такой погода. Типа ноги. Единственный плюс это то, что ноги не мокрые. Только руки. Блин, согреться хочу.
посачкаю кожуком. Походу посачкаю я. Как хорошо дошло.
конский комфорт. А, тормозить неохота.
там. Светофор. О, господи, секунд. Снежок какой-то пошел, непонятно. Надеюсь, не успеет это накидать много. Thank you.
Сколько влады сносит андеры, конечно, такое. Пока не закидывают, пока просто мокро. О, сюда Порше здесь нормально делают.
подвинуться налево, что ли? Что за херня? Заведем сзади. Пока по фонтанке ехал. Ну, блин, непонятно. Ну, типа, может, что-то мелкое есть. Да, подскочил в одном моменте, нормально, да.